Если вы решили вести активный образ жизни и стать сильным и уверенным в себе, это отличная идея. С этим вопросом приходите к тренеру Чимзырай Олегу Мангушкину. Я являюсь президентом Федерации армейского рукопашного боя у нас в Республике Тыва. Многие приходят сюда, чтобы окрепнуть. Многие родители приводят своих детей, чтобы они оторвались от компьютера. Многие хотят стать чемпионами и стремятся к этому, и достигают этой цели. Акцент в рукопашном бою, в карате, в кроссфите и фитнесе делается на такие необходимые вещи, которые важны для здоровья. Это выносливость и физическая форма. Если вы за активный образ жизни, то приходите к Чимзырай Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60.